модельизм. Здравствуйте, наши уважаемые подписчики, просто здравый люд. С вами АЭФ Студия и Алексей Афанасьев. Здравствуй, Леш. Добрый день. Ну что, у нас начинается новая серия на нашем канале по постройке, как уже наши подписчики просили, давай что-нибудь или Мессера, или Фокера. Вольфа, да. Что-нибудь из немецкой авиации. Все-таки людям хочется видеть Люфтваффе на канале, и поэтому я решил сделать вот такой вот Мессершмитт БФ-109 серия Г от фирмы нашего производителя, фирмы «Звезда», в масштабе 1:48. Тем более, эта моделька, она, да, практически свежая. Почти новая, да. Да. Ну что, интересно будет. Но здесь не все так просто, уважаемые друзья. Я знаю, что Леша пришел с секретом и хочет с вами поинтерактивничать. Как всегда, он в своих выпусках держит аудиторию на прямой связи. И, наверное, перед тем, как он будет это все делать, лучше задать это, Леш, в первом выпуске. Конечно, дорогие друзья. Во-первых, в данном модели будут использовать вот такое фототравление от нашего также производителя фирмы «Микродизайн». Да, они, кстати, анонсировали на этот самолет. Именно под этот самолет. Вот тут видите две платы фототравления. Итак, дорогие друзья, опять же, у меня к вам есть вот такой вот небольшой интерактив. Делать самолет Мессершмитт немецкий именно с крестами, ну, на мой взгляд, уже никому не интересно, никому не хочется видеть и немецкие кресты, свастику. Поэтому у меня есть такой интересный проект. Сделать этот самолет такой как бы захваченный, либо... Ну, либо такой, как мы хотим. Как мы хотим. У нас есть три варианта раскраса. Сделать его с советскими звездами в японском варианте, либо сделать его... со штатными декалями, но в швейцарском варианте. Итак, уважаемые друзья, еще раз напоминаю сейчас, чтобы вы все поняли. Данный самолет Алексей сейчас ставит на голосование. Первый вариант – это будет покрасить его, скажем так, в камуфляже немецком, да, он будет? Но да, он будет в штатном немецком камуфляже, в Аскольд, что он так называется. Но он будет со звездами. Советскими, да, звездами. Это будет номер один. Второй вариант – это у нас японский. Да? Да, будет такими с красными кругами. Но тоже покрашен будет. Да, да, самолет будет покрашен в штатный камуфляж. И третий вариант, те декали, которые в принципе даются, на Швейцарию. Да. Ну, там немножко, наверное, отличается камуфляж. Камуфляж, да, будет немножко отличаться. Итак, первый вариант советский, второй японский, третий швейцарский. Пожалуйста, голосуйте под этим видео. И сейчас еще мы поставим в наших социальных сетях, где тоже будет голосовать. Это в Фейсбуке и ВК. Ну, с этим все понятно, Леш. Теперь главное по сборке. Что можешь сказать по этой модели? По пластику, например? Ну, пластик звезды уже, конечно, не первый раз все видели. Нового сказать мало что можно. Вот такой вот пластик, вот такие литнички. Имеется небольшой, конечно, на них облой, имеются утяжены, но с ними вполне можно справиться. Ну, конечно. Да, не Эдуард. Ну, не Эдуард, не Томия. Хотя такие самолеты недавно выпустила фирма Томия, тоже серия Г6, Густав он называется. Скажу то, что данный самолет представляется с возможностью сделать двигатель открытым положением. И, конечно же, этой возможностью воспользуюсь. Двигатель на данном самолете будет в открытом положении. На данном самолете нет никакого клёпа. Клёп я буду делать сам, его буду восстанавливать. Если вы хотите видеть, как это делается, как нанести клёпку на модели, пишите в комментариях. Возможно, мы снимем отдельный такой небольшой видеоурок, как нанести расклёпку на модель. Ну, мы ее можем, скажем, в нашу рубрику внести учебка. Учебка, да. Лёш, скажи, пожалуйста, вот в этом выпуске что мы увидим? В данном выпуске мы сделаем кабину пилота. Ее окрасим, сделаем небольшой к ней везеринг, и на этом мы закончим. Ну, я думаю, что да, большие выпуски мы не будем делать, уважаемые друзья, потому что вы пишете, что ну, долго очень, скажем так, не у всех есть время смотреть. Вот. Мы будем где-то делать по 20-25 минут выпуски, постараемся. Ну что, Леш, начинаем? Да, начинаем. We'll be right back.
Thank you.
Ну что, дорогие друзья, мы закончили работу с кабиной пилота. В принципе, еще не все закончено. Осталось покрыть матовым лаком кабину пилота и сделать небольшое запыление. В принципе, запыление показывать тоже нет смысла. Здесь будет пройдено немного пигментом земляного оттенка. Но в основном вся работа по кабине была уже закончена. Ну что, уважаемые друзья, у нас вот такой вот был сегодня формат, когда Алексей просто работал без слов, вы слушали приятную музыку. И пишите в комментариях, как вам этот формат, понравился или нет. В принципе, какие, может, пожелания есть у вас. Мы все учтем, ну и в будущем будем продолжать тогда работать над этим самолетом. Да. Ну что, большое всем спасибо. С вами была АФ Студия и Алексей Афанасьев. Лёш, большое спасибо тебе. Спасибо вам. Еще раз хочу поблагодарить тех людей, которые непосредственно участвуют в наших проектах. Если вы хотите помочь АФ Студио, то под видео будет ссылочка. Большое всем спасибо. С вами АФ Студио и Алексей Афанасьев. Всем пока. До свидания.